Все тут у нас. Так, я сейчас сделаю, знаете, следующим образом. Вот я включу параллельно браузер у себя и посмотрю, что там происходит. Так, где-то у нас, блин, была комната. Железо зависло все опять. Так, ну работает уже с переменным успехом, я так понимаю, да? Да, работает очень плохо. Очень, прямо очень. Я это вижу. Понятно. Значит, компьютер все равно у меня перегружен. Давай сделаем вот так. Посмотрим, что оно как. Что-то, по-моему, никак. Ничего не получилось. Что там, что тут, ничего мне не получается. Что же делать-то? Что же делать-то? О, что-то отвисло. Да. Да. Сейчас я не знаю, что делать с ним. Теперь не зависает по графону. Хуже, конечно, норм. Звук хороший остался. Но, блин, оно, во-первых, провисает по времени, во-вторых, оно все равно рывками. Я сейчас смотрю же параллельно на своем же компьютере. Что-то, блин, я не знаю, как его настроить, если честно. Прямо, ну давайте пробуем еще вот так. Что-то будет. Что будет интересно. Давайте сейчас запустим. Так, и мне нужен одновременно стрим свой смотреть. Так, давай, зажигай. Мы совершенно не умеем разводить огонь. Господи, что за дебил? Ну, в конце-то концов, разведи ты уже странный огонь. Нет, не задержка, не в этом дело. Я имею в виду задержка по изображению, по сравнению со звуком. Вот что я имею в виду. Ну, давай же порог уже разводи. Вот сейчас вроде стало нормально. Я сейчас смотрю на телефоне, на компьютере все равно... Да, ты серьезно? Ты издеваешься, что ли, надо мной? Кого, блин? Разводи уже сраный костер. Да все, я уже смотрю, да, на телефоне вроде нормально стало. Так, ой, простите. Ну, все, уже 80%. Но сейчас-то он же точно должен загореться. Отлично. Замечательно. Мы развели костер. Ура. Слава яйцам.
Так, а больше что у нас еды-то и нет, да, такой, который можно покушать. Что-то народ появился, я смотрю. Так, все, мы сделали чашку кофе. Давайте мы ее выбухаем, честно. Нам нужно взбодриться перед предстоящим путешествием, непонятно куда. Заедим это все кормом для собак. О, ну это хорошо, что звук от микро приятный и чистый. Это замечательно просто. Так, понятно. Нам даже много было, видите, еды. У нас еще костер горит, давайте мы натопим воды. И вскипятим ее. Так, а ПКЮВМ, кто ты такой есть? Я что-то не помню такого человека у себя. У себя в знакомых, скажем так. Так, что у нас? Нам хочется пить. Вот он что. Давай, пей. Факел мне не нужен. 5 минут, полтора часа. Я лучше вот это разломаю. Не скажу. Ага, то есть я тебя знаю все-таки. Давайте-ка подкинем. Опа! Ну, снова есть костер. Даже сделаем вот так. Друг моего друга, ну ладно. Окей. Пусть будет так. Так, давайте сходим наверх, там был туалет. Да, в этой игре нужно брать воду из туалета, как бы это противно ни звучало. Берем все. Вот так. Остальные, кто там пришел ко мне на стрим, тоже отписывайтесь, пожалуйста. Пишите, как я непрофессионально играю, как у меня все лагает. Поменяю уже свою недобанку и так далее. Мне нужен актив, в конце концов. Так, ладно. У нас уже практически рассвело. Поэтому мы, я думаю, должны выдвигаться. Выдвигаемся дальше. А на улице опять метель. И фонарик сейчас, наш факел точнее, потухнет. Так. Я пришел, кстати, откуда-то вон оттуда. Все, выкидывай его. Выкидывай, говорю, блин. Добил. Ну ладно. Ой, тут есть подвал, кстати. Камень. Да ладно, тут появилось оружие. Именно, мне тоже неловко видеть комменты, только от тебя, ПКЮВМ, кто бы ты ни был. О, подожди, тут типа можно... Прикольно, теперь можно зажигать факел. Забавненько. Ого, 3 литра горючего, это неплохо. Так, в общем, в этой игре, если кто-то будет играть, запомните, нужно собирать практически все. Вот прям все. Прям вообще все. Каждый шкафчик, каждую дырочку нужно обыскивать на поиск чего-то полезного. То, что вам не нравится по параметрам, вот, например, вот всякие футболки, носки и так далее, можно рвать на ткань, ремонтировать то, что у вас уже есть и так далее. Короче, о, книжечка, чтильный камень, отлично.
И факел уже потух. Так, повязка, наконечник стрелы. Всякая статистика всякая. Ну, варежки нашел, видите, как хорошо. А, на компьютере у меня до сих пор, как будто бы я в доме. Так, давайте приоденемся, пожалуй. Так, потрепанные кожаные туфли. Нафиг мы их. Передадим в жертву. Тоже передадим в жертву. А, подожди-ка. Я, кажется, понял, кто ты. Ты Мария, да? Мария, которая Ксюша. Я догадался. Скажи мне, прав я или нет? Пожалуйста. Выживалка очень интересна. Я согласен. Играть, кстати, самому тоже очень интересно. Не Мария. Нет, Мория, которая Ксюша. Значит, это не ты. Ладно. Ты бы уже сразу написал, что это я, это я. Так, где я сейчас нахожусь? А, ну ты, видимо, ты пропустил начало. Насколько я понял, я нахожусь в так называемой локации под названием Отрадная долина. Вот. А что тут еще? А моя цель? Моя цель просто тупо выжить. Вот и вся моя цель. Так, короче, мы сейчас весь день проведем в этом подвале и будем разгребать носки. Давайте-то что-нибудь скушаем, что ли, я не знаю. Чтоб нам не так было обидно. Что-то у нас есть. Блин, почему? Я не понимаю, почему такой мелкий шрифт, если честно. Давайте съедим батончик. Закусим, как говорится, и запьем лимонадиком. Нет. Дело в том, что... Я сейчас объясню заново. Дело в том, что эта игра, как бы она сейчас находится в стадии бета-тестирования. Соответственно, сейчас в этой игре нет какой-либо истории и тому подобного. Есть только... Сейчас я даже поставлю на паузу. Есть только сборище каких-то локаций, получается, по которым ты можешь ходить, находить вот всякие вот еду, приспособления, принадлежности, одежду и так далее. Потом, значит, там еще будут животные, волки, медведи, есть еще олени, кролики, насколько я знаю. И все из тех, с которыми ты можешь взаимодействовать, собственно, как-то. А сама завязка истории состоит в том, что ты летел, ты или ты, или ты летел или летела в самолете, получается, и потерпел крушение в Канаде. Произошла при этом геомагнитная аномалия, вот из-за чего, собственно, ты пострадал. Вот. Этот самолет даже тут можно в какой-то из локаций найти. Вот. Это я точно помню. И получается, вот геомагнитная аномалия случилась, тут аномальная зима, минус 30, ветер, вьюга, и все люди как бы такие хоба и вымерли. Типа того. А ты просто оказался такой здесь, и тебе нужно как-то выжить. Вот. Что тут у нас? Где у нас фонарик? Вот фонарик. Давай заправим тебе фонарик. Местный герой явно не местный, потому что одежда у него явно летняя. Хотя бы поэтому. Вообще говоря, у нас конкретный перегруз.
В самом деле. Так. Тут у нас ничего, тут ничего, тут ничего. Я еще на самом деле хорошо одет, потому что мой герой не совсем голый. Так, давайте починим носки перед тем, как вылезать на поверхность. Пожалуй. Все, чинили носки, отлично. У нас уже есть легкий перегруз. Ну как легкий, на 5 кило. Вот, куда мне идти, если честно, я уже не помню. Но хотя бы нет вьюги. Это уже радует. В принципе, можно оставить в этом доме что-нибудь из припасов, там, например, в качестве резерва какого-нибудь, я не знаю. Кто ты, этот человек? Напиши мне, пожалуйста. Стоит ли оставлять здесь что-нибудь? Или нет? Пока я еще далеко не ушел. Так, посмотрим, еще кто-нибудь, может, к нам подключился? Нет, никто не подключился. Ну ладно, идем, значит, потихонечку себе. Бегать тут особо не стоит. Только в самом крайнем случае. Так. Ага. Прикольно. Теперь можем бросать камни. Что-то не ну. Оу. Оу, 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 оу. Я уже вижу наших вероятных противников. Вон там ходят три волка. И они могут нас заметить, между прочим. А, у нас всего лишь странные факелы и два камешка. Так, ладно, идем дальше. Мы хотя бы не мерзнем. В этом есть большой плюс. Но представьте, вы оказались в таком месте и, блин. И, кстати, где мои варежки? Почему они не нарисованы, черт возьми? Я-то думал, они уже продумали все это, а вот нет, нифига подобного. Так, 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 что мы тут видим? Давайте посмотрим, что это. Какая-то гряда, я не знаю, что. Блин, я не могу пройти. Серьезно? Вот, все, прошел. Просело, да, мне тоже все просело, на самом деле. Это нормально для этой игры, на моем компьютере у меня банка... Компьютер, не сказать, чтобы прям очень сильный. А уж со стримом и подавно проседает. Эй! Что ты делаешь? Возьми палку, зачем ты кидаешь камни? Да, блин, дебил. Господи. Возьми. Давайте, кстати, потренируемся. Да, очень хорошее оружие. Прямо убить можно. Угу. Палки я так подбираю активно, потому что они пригодятся для розжига костра в экстренном случае, если у меня не будет вообще ничего. Ни книг, ни дров, ни еще чего-то такого. Так, что у нас вон там? Интересно, интересно. Тут вот есть какой-то домик. Если это даже не сельский магазин, который я помню по карте. А вон там есть какой-то ангар. Куда пойдем? И давай я буду называть его просто Пэк. Пэк, куда пойдем? Скажи мне. Когда до тебя дойдет мое сообщение. Ага, наш герой уже замерзает, оказывается. Тихо. Не сломай себе ноги, пожалуйста. Я пойду, пожалуй, к дому, потому что мы замерзаем. Если это вообще дом, конечно. Потому что это, походу, не дом, нифига. Это сраная хижина какая-то. Куда идти?
Не знаю. По-моему, кстати, один раз какие-то из своих попыток его игры в это я тут и умер. От переохлаждения и отравления, если не ошибаюсь. Ангар, ну я тоже так подумал на самом деле. Так, где тут? Тут ничего нет, да, костер придется так возводить. Да тихо ты, не ной. Ладно, 40% шанс. Давайте посмотрим, на что способен наш герой. Ну, походу, все очень хорошо. Мы наконец научились разжигать огонь. В смысле? Блин. Что за бред? Вот он серьезно, да? Серьезно такой дебил? Ладно, хрен с тобой. Да все, не ной. Сейчас мы тебя согреем. Успокойся. Так, ну что, давайте кофеек что ли попьем. Кофеёк, кофеёк, где там кофеёк наш? Кофеёк выпьем, съедим батончик. И на самом деле надо вот это вот съесть побыстрее. Ага. Про сигарету жизненно, согласен. Хотя я не курю, но я понимаю, в общем, про что ты говоришь. Так, жрать он, значит, уже не хочет у нас. Так, а спать хочет. Так что давай-ка мы еще приготовим кофе. Пока у нас есть такая возможность готовить кофе. Все, пей свое кофе. Вот так. Так, ну теперь нам нужно греться. Что у нас есть, кстати, лишнего в рюкзаке? Давайте добавим круговое меню, все вот это. Пока мы тут стоим, заодно можем сделать вот так. Вообще говоря, для того, чтобы поджечь сигарету в ветреный день, достаточно иметь специальную зажигалку. И все. Ну, по крайней мере, я так думаю. Так, кроссовки мне точно не нужны. Нет, я не буду их сейчас тут собирать, это слишком долго. Кстати, тут показывается где-нибудь. Температура воздуха 1 градус. Так тепло. Ничего себе. А, подожди, это, наверное, потому что я около костра стою. Ну-ка, давай. Здесь у нас сколько? Минус 8. Ой, минус 17. Такой приличный морозец, да, кстати. Вполне себе, вполне. Давай поедим остатки корма. Собираю это дерьмо. Что-то, блин, ему все мало и мало, надо ему еще как кофе приготовить. Последний, давайте последняя чашка кофе и пойдем уже
Он потому что согрелся у нас все уже. Вообще прям молодец. Что-то у меня вообще в этот раз все очень хорошо складывается. Я смотрю. Ой. Окей, ну ладно. Давайте, чтобы нам было теплее, мы пойдем с факелом. Как гирлянда прямо. Ну иди за чайком, хорошо. Только как бы я пью кофе, но в игре, ну ладно. Не важно. Так, что тут у нас есть? Куда нам идти? В лес? Куда-то иду, куда-то в лес, непонятно куда. Давайте, слушайте, я вырублю это непотребство на заднем фоне. Хотя бы обновлю страницу. Честное слово, потому что невозможно. А, тебе ей захотелось. Все, я понял тебя. Я неправильно прочитал, извините. Да, действительно работает вполне себе пристойно. Так, что тут у нас? Если я буду вдруг молчать, вы там пишите, что... А ну не молчать. Что за стример такой? Я вижу кролика. Дерево поваленное. Ну-ка, кролик. 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 Мясо. Ага, конечно. Убьешь его таким, ну-ну. Наивный. Чукотский парень. Ну, работает на самом деле так себе. Я смотрю по... Не знаю, может быть, это так у меня монитор показывает. По-моему, он его явно кидать не умеет. Нам не так холодно, это уже хорошо. Это труп? Да, это труп. Ну, в общем, вот все, что мы видим, это трупы из всех людей, которые вот есть. Ну, вообще, кстати... О, олени. Прикольно. А вот там, кстати, что-то есть. Какой-то домик, я смотрю, есть. Если это, конечно, не тот же самый дом, от которого я ушел. Давайте посмотрим. Эх, мне бы сейчас ружье или лук. Такие деревица прикольные. Непонятно, что только что это за деревья, конечно. Так, что это за деревья такие? Прибитые доски какие-то. Угу. Олени скачут. Главное, чтобы не медведи скакали за тобой. Это вот там и... Ёперный театр. Ты что, медведь, что ли, там? Пэк, я тебя жду. Между прочим, там медведь. Если, конечно, мне не глюки. Мне кажется, такой дом я уже видел. Потому что вон мост. Так,
которому я явно уже ходил. Так. Ага. О, волки, волки. Да. Так. Медведь. Медведь, только не говори мне, что ты идешь к нам по мою душу. Господи, что мне делать? Скажите мне, пожалуйста. Матерь Божья. Я что-то не хочу идти обратно в этот дом. Сколько у меня веса? 38 кило, да? Много-много, конечно, много. Мы, кстати, замерзаем постепенно. Так, это инвентарь. Непонятно что. Журнал. Я так понимаю, карта. Подожди, а как? Ёбаный театр. Господи, почему? Почему именно я? Медведь, уйди, пожалуйста. Мишка, давай не шути. Блин, а можно наши следы видеть? Нет, он вроде ушел куда-то в другую сторону. Ага, и нас герой уже опять замерзает. Замечательно просто. Вот что мне теперь делать-то? Вообще не знаю, что мне делать теперь. Иду со своим скарбом. И хз, что делать. Там медведь, там волки. Дом уже где был. А, пока тебя не было, что случилось? Ну, мы снова обмерзли. Я увидел медведя. Я увидел волков. И походу хожу кругами. Вот что случилось. Блин, мне пришла смс-ка. Пытался убить кроликов камнями, не получилось. Все, я замерз. Вот. Блин, смс-ка настойчиво продолжает приходить. Так, кстати, я уже через минут 20, наверное, думаю, закончу сегодняшний предварительный стрим по этой игре и почапаю спать. Да, вот так. Надеюсь, медведь по мою душу не вернется. Так, у нас уже потихоньку добавляется здоровье, на самом деле, от того, что я хожу тут обмороженный. Да, я думаю, ничего страшного, я все равно веду стрим для одного тебя, Пэк, так что... Ничего. Можно подняться наверх, попробовать. Там, кстати, есть... Ах, что этот друг. Сейчас я отвечу на смс и параллельно буду идти. Вот эти деревья очень важны.
Они, по-моему, используются, насколько я знаю, для стрел. Они даже вот так теперь собираются. Прикольно. Но проблема в том, что их нужно сушить. Сушить их нужно достаточно долго. Господи. Вы серьезно? Кто там входит? Уйди, пожалуйста. Вы не говорите мне, что это медведь? Блин, сраный медведь, уйди. Ты не вовремя вообще. Блин, еще и ночь наступает, господи. И метель поднялась. Ну, блин, вообще все против меня. Так, все, уходим отсюда. Куда-нибудь, я вижу машину. Длинный поворот. Замечательно. Так, быстро в машину. Патрон. Кто пригодится. Что, в машине ничего. Спереди. Ой, сзади, то есть. Так, тут. Тут ничего. Длинный поворот намекает название. Типа то, что он очень длинный. Ну да, логично. Блин. В крайнем случае придется бежать обратно в тот дом, в котором мы уже были. Но это будет очень болезненно, я думаю. А это, походу, выход с локации. Или нет? Черт. Черт, черт, черт. И что теперь? О. Ягодки. Самое время пособирать ягодки, когда ты обморожен, тебе перегруз 40 кило. Это такой хоба ягодки. Действительно. Давай-ка обыщем. В группе ничего. Да я понимаю, что становится тяжело. Кому сейчас легко? Какой хороший... Ты посмотри, какой хороший факел, а? Прямо... Ага, и потух. Замечательно. На господи. Так, понятно. Я тут походу не пройду. Ну что, нам теперь остается идти по льду с перегрузом 10 кило. Это вообще безопасно, интересно. Я думаю, что нет, ни хрена подобного. Вообще игра, конечно, предупреждает, что ты сейчас провалишься, но обмокнуть нам явно сейчас будет лишним. И мы, блин, тупо пришли в тупик. Нет, ладно, лучше я не буду ходить по реке. Давайте-ка поднимемся обратно, пожалуйста, поднимись обратно, я тебя прошу. Ладно, давайте дойдем до того дома, я надеюсь, живые и невредимые, и на этом сегодня закончу, пожалуй. Но пока мы дойдем, еще куча всего произойдет, я думаю. Я на всякий случай даже сделаю вот так. Надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, мы все медведи и волки убежали куда-нибудь в норы.
И я тут совершенно один. А еще я надеюсь, что я иду туда, куда мне нужно. Вообще, кстати, ну, по крайней мере, как было раньше, у меня с собой и нож, и топорик, так что... Ого, стрелочка прикольная такая. Так что я, в принципе, должен отбиться. Ну, блин, у меня даже бинты есть. У меня есть бинты, антисептик, антибиотик, у меня все что угодно есть. 40 кило скарба, блин. В конце-то концов. Мне чай... Я смогу сделать себе чай из шиповничка. Когда дойду наконец-то. Ну, если я дойду вообще. Потому что я уже, если честно, с этой метелью не помню, куда идти. Пэк, ты помнишь, куда идти? Скажи мне, пожалуйста, что ты помнишь, куда идти? У меня есть камень. Ага. Я как-то видел один раз, как... ну, один летсплеер, которого я очень часто смотрю, умудрился практически голым выжить в ночь вот в такую вот. Для справки, ночью в этой игре где-то минус 40. По дороге, я помню, что по дороге. Так вот, в этой игре ночью минус 40. А он там в летней одежде, в джинсах, в кроссовках, хз там в чем, в общем. Умудрился выжить ночью, то есть он там бегал, искал на ощупь практически деревья какие-то, рубил их, ломал их руками. И в итоге выжил, как ни странно. Это для меня было просто шоком. Так, вот кажется, я иду в правильном направлении. Потому что когда я еще не играл для Твича, ну, в смысле, до трансляции, я шел именно вот так. Куда-то в эту сторону. Кстати, игра немножко подлагивает. Музыка даже заиграла, тревожненькая такая. Правильно, у меня рука уже синяя вся, вы посмотрите на нее. Или нет. Черт, где этот странный дом? Где он? Он же был тут. Где эта сраная машина? Неужели я пришел не туда? Так, я уже, кстати, наполовину устал. Это плохо. А, вижу что-то. Вижу ангар. Усадьба Отрадной долины. Кажется, я дошел. Ура. Так, берем камни. Что тут у нас? У нас ничего. А это что такое интересно? Сюда можно зайти? Нет, нельзя. Ладно, все. А, мы даже бежать-то не можем. У нас перегруз, потому что... Ура! Мы дошли, ребята, мы дошли. Открывай дверь быстрее. Открывай дверь. Что тут у нас есть что-нибудь? Удочка. Замечательно. Визитный рулон, отлично. Все. Ой, вот мы вернулись. Вернулись обратно. Так. Что можно сделать? Ну, раз мы вернулись сюда, то... То-то-то. Я думаю, можно зажечь пока что фонарик. Так. Что там по времени?
Я не знаю, стоит сейчас разводить костер, там что-то делать или все на этом, в принципе, закончим, а все остальное сделаем потом. Нет, давайте все-таки разведем костер. Чтобы было какие-то, блин, интереснее. Так. Возьмем древесный уголь. Все. Нет, ты чё, поспать, он же голодный, он же с жаждой, голодный, уставший. Ну, конечно же, он ничего не разведет нам. Можно. Мам, чё ты это? Ничего, все, иди. Маманты всякие заходят. Короче, нужно покушать. Попить чайку из шиповника и только потом лечь спать. Вот так. Да, мы научились разводить костры, ура! В доме. Давайте даже сделаем вот так. Нет, не надо. Давайте лучше разогреем чашку кофе. Шоколадку съем. Так, лимонадик убьем. Что-то у нас еще есть. С такого. Эти намокли все. Заморожен. Ну, смотрите, тут еще замораживаться может, офигеть. Сейчас починим одежду все. Сколько ты их ремонтировать-то будешь? Все, замечательно. Давай чини. В смысле? Все, молодец. Так. Так, что еще можно сделать-то? Ладно, камин, ты гори. Что мне горит там что-то? А, то, что я на здоровье потратил. Так, теперь нам нужно сделать вот что. Этот шкаф. И сюда. Например. Что-то у нас есть. А, кстати, точно. Сейчас забыл. Все, пусть сушится. Вот. Что нам нужно выбросить? Это, господи, не вижу. Это уже 37 кило. Так, все остальное нам, в принципе, пригодится, конечно. Вот можно, например, это еще выкинуть. А камень-то, кстати, весит прилично, между прочим. 2 кило целых весит.
Так, ну еда немного весит. Что у нас тут с камином? Давай еще добавим. Так, сейчас. Что это он не наделал? Вот интересные малые. А, они теперь, смотрите, они были замерзшие, теперь они намокшие. Интересно. Так, стоп, настройки. Кран. Так. Как шрифт увеличить? Не знаю, как это сделать. Ладно. Да, наверное, по звуку костра приятно. Тут вообще очень атмосферные звуки, мне очень нравятся. Именно звуками игра берет свое. Странно, что это? Почему оно чем-то хуже? У нас, в принципе, осталось всего ничего сделать, то дело. Я думаю, даже не буду зажигать дальше. Только сделаю вот так. А, даже не могу так сделать уже. Ну ладно. Больно-то и хотелось. Сейчас, чтобы дойти наверх. Улица там вообще какой-то трэш творится опять. Так, нет, не здесь я спал. Здесь я спал. Господи, да он опять хочет пить и есть, он заколебал меня. Пей лимонадику, пожалуйста. Все. Все, спим. Так, ну все, мы поспали. Я поспал полностью, да, отлично. Ну и на этом, наверное, мы сегодня закончим. Так, спасибо тебе за компанию. С тобой было веселее и безопаснее, и, короче, ты понял, ты вообще клевый такой, очень активный комментатор и просмотрщик, вьювер, короче, не знаю уже, что несу, я уже хочу спать. Все, давай, спокойной тебе ночи, приходи к нам еще, да не за что, давай, пока, и всем остальным, кто смотрел, хотя, по-моему, тут никто, кроме нас двоих, не сидел. Все, пока.